А вот что у тебя, вот хороший персонаж на твою военную-то, вот он у тебя. Был, да. Смотри, появилось, а? Свое мнение пошло, а там-то что, то же самое? Хорошо. Там надолго. Начинает делать визитку, да, он же все, вот здесь я такая хорошая, а вот тут я такая, надо вот это обязательно засунуть. Мы все такие, не только ты. И как это так шурило, у меня получился на 4,49. А потому что, ну, ты вот это жалко вырезать, и вот это жалко вырезать. Все нормально. Я тебя понимаю, Лю. Это все из этого же спектакля, я Ну, пока да, там дальше будут другие спектакли. Это можно убрать. Там два вот этих хороших отрывка было, да, там разное. Это можно оставить, а это можно убрать. Это ненужное. Ой, это точно убирай. Это Шекспир, Офелия? Да. Куда же догадалась? Нет здесь Офелии. Угу. А, смотри, Люк, в чем там дело? Там какой век это надо учитывать? Это люди были менее образованные. Она была, знала там папа, брат и все. А, и как мне одеться сегодня, как мне попрыгать. Тут Офелии вообще нет. Персонажи с тех времен, это ты понимаешь, что ты энергетику оттуда должна брать. Там самое главное, это энергетика. А, смотри, один пример приведу. Свадьба, да, когда мы играем свадьбу. У нас как актеры знают, что значит на свадьбе должно произойти убийство, и все уже изначально играют убийство, а не свадьбу. А у нас сначала свадьба, а потом обнаруживается труп. Энергетика должна быть свадьбы, а потом должны обнаружить труп, и должна быть уже другая энергетика. А у нас как бы вот мы все играем труп, а потом мы плавно дальше пошли на похороны. Все, поняла, да, меня? Так, мне всю домашку, пожалуйста, сделай, которую ты должна была сделать. Вот, я тебе скину про Алису, разбери его, сделай. Там, это считай фэнтези у нас, да? Вот, поэтому это тоже надо жанр учитывать, как и у Офелии. Поэтому, Шурил, ты мне потом переделаешь, но там уже... Ну, переделаешь, в общем. Напишешь, когда сможешь. Когда сделаешь все домашнее задание, видео снимешь, ты мне еще раз все это, мы еще раз с тобой все это проверим. И то у нас там, по-моему, еще останется урок. И вот с этим вот уроком я подготовлю упражнения специально для нас с тобой. Вот. И потом еще сделаю доп для тебя специально. Вот. Потому что ты мне нравишься. Сейчас я где-то через полчаса, Люб, скину тебе статейку, ты мне ее переведешь, там подправишь, пожалуйста. Твои косяки. Твои. Все, тогда, Люб, хорошего тебе дня. Благодарю за то, что ты, ну, сделала хорошую, сильную, большую работу. Теперь хочу еще больше и сильнее. Теперь мы не торопимся, но, пожалуйста, не затягиваем. Давай на понедельник, может быть, на следующую неделю договоримся. Хорошо? Да. И все мне сделаешь за эти все дни, все снимешь, и будет здорово, и все будет замечательно. Все, люблю тебя, целую, давай, пока-пока. До свидания.